Андрей Дорошевский поздравил сотрудниц швейного предприятия поселка Афипский с наступающим женским днем. В ООО «Централ» работают более 80 представительниц прекрасной половины человечества. И все, как на подбор, золотыми руками. Швеи, закройщицы, модельеры. Предприятие занимается выпуском женской и мужской одежды из джинса и натуральных тканей под брендом «Адженда». Кроме того, успевают поддерживать и ребят на передовой. Помимо основной продукции здесь шьют и солдатские спальные мешки. Знаем, что на вашем предприятии вы помогаете СВО, осуществляете такую важную на сегодняшний день функцию. И поэтому без отрыва для производства прямо сюда мы к вам приехали с ансамблем поддержать вас, поздравить и сказать вам большое спасибо. Дел у швей, как обычно, было много. Тем не менее, с большим удовольствием они приняли музыкальный подарок от муниципального ансамбля «Весна». Глава района вручил благодарности сотрудницам предприятия с многолетним стажем и выдающимися результатами в работе.